Ну, собака, только попробуй ничего не дропнуть. Я твою маму на свидание в ресторан водил дважды! О, господи, идите в задницу. Опять что ли? Еп! Иди сюда! Ля, мелкий шкет какой! Ты такой мелкий, уже трезубец в руках держишь, да мне кажется, он весит больше, чем ты. Я ж мамке твоей скажу, что ты школу прогуливаешь! На! На! Выпало? Да. Если здесь будет трезубец, если я его выбью, то каждого подписчика, которого я встречу на мероприятии, любом, я расцелую просто... Опа-ля, здравствуйте! Выпади, 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 выпади! Расцелую каждого! И тебя даже в засос! Ну, тебя скорее... О, господи! О, Лио, да что ж вас так много водится! Подписчики ждут! Да! Естественно, да, пацаны, я же очень везучий. Ну и вы, наверное, не везучий. Никто засос не получит. Ну и до свидания. Раковину отдал. Да! Еще один. Пожалуйста, наколдуй, чтобы мне сейчас выпал трезубец. Иди колдуй. Да! Ядрить тебя в утопленную задницу. Неси чай! У меня стресс! Кипяток, я ж просил разбавить! Ёперный театр! На! Выпал! Соседи, извините, пожалуйста, у меня здесь просто счастье, как будто у меня ребенок родился. Хотя почему? Ребенок, когда ребенок рожается, это счастье, наверное. Там же еще одна пописяка с трезубцем. Еще один с трезубцем. Ага, ну с этого не выпал. Зато с этого выпал! Трезубец, Кать! Трезубец выпал! Показывай! А ты мне что, не веришь? Иди сюда, иди сюда, иди сюда! Не то, чтобы тебе не верю! Дай подержать, дай подержать, дай подержать! А еще что тебе дать подержать? А много чего хочешь в руках подержать? Не дам я тебе ничего подержать! Чтобы вы просто понимали, для вас это было несколько минут, но я примерно... Полтора часа провел в этом сраном океане. Катя меня уже 30 раз спрашивала, когда мы там новую серию начнем, когда новую серию начнем. Я вырезал практически все эти моменты, когда я находил данжи без трезубца. И вот, наконец-то, Кать, а ну, стань возле дерева, стань возле дерева. Какого дерева? О, вот сюда, стань, жопой к дереву. Прицельный выстрел, подожди, подожди. Ты что, в меня его кинешь? Не, не в тебя, в лоб тебе. Дай подержать! Смотри, какое достижение! Попасть в просак! Короче, в просак тебе... Попу тебе в просак! Держи! Подожди! Ёханый баба, я уже думал, ты куда-то в океан его зашвырнёшь, и потом я его никогда не найду. Отдай! Не-не-не-не-не-не-не-не! Отдай сюда, ты его сейчас сломаешь! Кать! Дай его сюда! Все, тихо, тихо. Отдай, тихо, тихо. Отдай. Держи, отдай. Держи, держи, держи. Моя прелесть такая. И он почти не сломан. 158 прочности из 250. А можно зачарить? А вот как раз таки этим мы сейчас и будем заниматься. В первую очередь надо зачарить этот трезубец. И знаешь что? Наверное, мы уже больше никогда не будем в океан отправляться. Зачем? У меня есть трезубец. Вот и все хорошо, да? Ну, типа, больше мы не будем туда идти никогда. А мне? А чё, ты тоже хочешь? Да. Тоже трезубец хочешь?
Да. Будем. Если будем видеть, будем убивать. Нет, ну, попроси у Игоря, попроси. Подожди, отойди, ты не бей. Па! Сейчас, подожди. Па! Да что ж ты такой слабый? Па! Самое интересное то, что Трезубец имеет просто нереальные дикие зачарования. От того, то, что он может подкидывать тебя куда-то в небо, до того, то, что он может автоматически возвращаться тебе в руку, и до того, то, что во время дождя ты можешь призывать молнию, как какой-то Посейдон Зевс. Прикинь? Так подожди, он мне только что все разы, когда я тебя кидал, он возвращался мне обратно в руку. Нет, он просто от меня отскакивал, тебе нужно подбегать к нему и заново его забирать, понимаешь? Нет, он мне в руку возвращался. Потому что я рядом с тобой был, а если вот так, смотри, бросать, то он там застрёт, вот видишь, и надо к нему подбегать и обратно его забирать. Застревает. До свидания. Ой, помогите. Купите мне, пожалуйста, русский словарь, спасибо. Или азбуку, я не знаю. Я же не русский. Я не русская, мне можно, все, иди в задницу. Я буду записывать твои смешнявские слова. Алло! Видишь, не возвращается он застреет. Все, иди давай сюда обратно заколебал. 7 кусков плотного льда, 2 золотых яблока, 9 изумрудов, сахарный тростник, куча бумаги, мамина мама, 2 раковины. Короче, у меня столько всего в инвентаре, и что самое главное, перед тем, как отправиться в это свое далекое путешествие, пока Катя там вот это живот себе чесала и ничего не делала, смотри, что я здесь переделал. Я уже вижу отсюда, с верхнего этажа. А может быть, ты не будешь без меня играть? Ну захотелось, поиграл тебе-то какая разница? Если бы я не играл без тебя, мы бы никогда в жизни бы этот Трезубец не выбили, потому что я убил примерно утопленников так 300. Молодой человек, спуститесь вниз, пожалуйста. Пошла ты. Ну, в смысле, пошла ты туда внутрь, в эту комнату, я не то сказал. В смысле, в эту комнату. Посмотри. Вот это что такое? В общем. Я все, что у нас было, все предметы рассортировал по ящикам. То есть здесь по яйцам думала. Каким яйцам? У тебя в голове только не яйца. Смотри, в этом сундуке только ресурсы. В этом только еда, в этом только редкие предметы. Тут всякие ненужные нам блоки, ну то есть все блоки. Здесь у нас только камень, а здесь у нас только дерево, понимаешь? А тут? А тут у нас вот в верхнем сундуке только бронька и всякие оружия. Хватит крутить это все. А в центральном сундуке у нас здесь всякий ненужный ширпотреб. Поэтому молодая женщина, взрослая женщина, средняя учащаяся в университете женщина, все свои предметы складывай, пожалуйста, учитывая содержимое сундуков. Если что-то не туда положишь, будешь наказана. Так, изумруды сюда, золотой слиток сюда. Да. И сейчас я посмотрю, на что можно зачарить этот Трезубец. Тягун 3! Тягун! Подожди, я сейчас зачарю. Опа. Я себе зачарил Трезубец на тягун 3. Подожди. Плюс к этому всему 100% надо еще прочность, чтобы он не так быстро ломался. Опа. Вот так. Еще бы починку найти, но возможно мы ее сможем найти в этой серии чуть-чуть позже, когда мы наторгуемся с жителем. Иди сюда, Кать. Так, подожди, я уголечек выложу вот здесь. Нам же в печку он нужен, поэтому пусть здесь лежит. Угу. Разрешите продемонстрировать. С помощью вот этого зачарования Трезубец, к сожалению, потерял способность бросаться. Ну, то есть я больше не могу его засандалить тебе куда-то в глаз. Но зато каждый раз, когда я буду падать в воду, или каждый раз, когда будет идти дождь, я могу зажать правую кнопку мышки и смотри, что будет. Па! Чего? Па! Главное не разбиться! Вот так. Зачем тебе это? Ну, чтобы быстрее перебираться. То есть я могу упасть вот так в воду, смотри. Опа! И я уже где-то вот здесь, возле наших черепах. Смотри, какая ляпота. Я тоже хочу. Дай мне попробовать. А еще что тебе дать попробовать? Дай попробую, пожалуйста. Ну ладно, короче, иди в воду. Да, просто зажимаешь правую кнопку до конца и целишься куда-то вверх или вперед. То есть им больше нельзя убивать?
Ну как? Им можно убивать просто левой кнопкой мышки, правой нельзя бросать. Ну типа, чтобы бросать сильнее, надо было зачарить на соответствующее зачарование. А вот так... Главное, не разбейся. Ну это же так прикольно, ты знаешь, как будто аттракцион какой-то. Да, классно. Давай, давай, куда-то вперед. Главное, не разбейся! Ой, я тебя случайно с одного удара с... Спасибо. Какие у меня сильные бицухи. Один раз шандарахнул, сразу же убил Катю. Ты где? Все, возвращай обратно. Я тут решила тебе подарок сделать. Мне? Все-таки вернуть Чебураку синий ошейник. Да! Ну ты же просто не хотел, чтобы он был каким-то плохим. Я вот... Решила сделать... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что тебе не нравится? Ты все время хотел, чтобы он был синий. Я тебе у себя розовый. Мне нравился фиолетовый больше, чем синий. Ты что издеваешься над псиной? Стой, пойдем уже к этому библиотеку, бери бумажку, все, давай. У тебя не хозяйка, а куропатка крашеная. Хоть она и не крашеная. Но это я так, любя просто. Хорошо, а ты готов меня увидеть сейчас? Давай. Как я тебе? Зачем ты себе скрафтила золотые носки? Захотелось. Ну ладно. Как говорится, чего хочет женщина, того хочет Бог. Так вроде говорится или нет? Не уверена на самом деле. Ну вроде я где-то слышал. Ну, чтобы ты просто знала, золотая броня и золотые инструменты, они даже хуже, чем кожаные. Ну, подожди, у меня с собой есть железные ботинки в инвентаре. Эти сломаются, я переобуюсь. Ну, можно мне сейчас покрасоваться, да, пожалуйста? Да, красуйся. На вечеринку пойти в золотых ботинках. Хорошо, без проблем, иди на свою вечеринку в золотых ботинках. Я вообще молчу, я лучше буду молчать, все. Вот и молчи. Вот и молчу. Опа, здравствуйте. Всем привет! Привет всем! Всем привет! 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 Лопату отдал! Не отдал, собака. О, спасибо, морковка выпала. Кать, морковку будешь? Да. Катя, лови меня! Ой. Ну, мне надо еще немножко вот это приноровиться к этому трезубцу. Я просто не очень хорошо им владею. Здравствуйте. Вы кто у нас такие? Оружейник не нужен. Там у нас картограф. Здесь у нас еще один картограф. А чё вы все спрятались-то на деревьях? На домах, точнее. Так это, спят. Я убила мистера Крипера. Это же пипец, я не взорвалась, а убила. Ты почему не радуешься мне? Тук-тук. Хватит спать, на работу пора. Хоть и не ты нам нужен. Чё, жителей всех пугаешь? Я сама пугаюсь. А вот он, собака, ты чё, в этом доме прятался? Забегай внутрь, забегай! Эй, молодой человек, вы куда побежали? Да уйдите, ёханый бабай, спасай его! Давай мы его в доме закроем, чтобы он тут тусовался. Заходи внутрь, Кать. Здравствуй, ёпты. Давай. Привет всем. Я вот так. 27. Ты что, с ума сошел? Я поставил для того, чтобы ты спала, для того, чтобы просто дверь закрыть. А ну встал быстро! Да ёпер! Господи, помилуй! Вернитесь! Что? Иди сюда! Сюда зайди! Ладно, давай с тобой торговаться тогда. Короче, ставим тебе бумагу. Катя, прикрывай мне задницу, пожалуйста, чтобы никакой крипер сейчас не взорвался. Ты эволюционируешь? Не эволюционируешь? Дай посмотрю. Эволюционирует. Да, мне кажется, ничего с ним даже не происходит. А, он только это уровень до конца дошел, но не совсем. Вот сейчас эволюционирует. Игорь, подожди минутку. Так, ну, все. Что-то ничего. Сейчас, подожди. Ага, выйди. Удача 2! И ты говоришь что ничего? Удача 2, Кать! Не-не-не, я про то, что еще там добавились предметы, которые нам нафиг не нужны там. Удача 2! Да подожди! Ты знаешь, что такое удача 2, да? Ну, нет. Ну типа, смотри, мы покупаем удачу 2, чарим кирку на эту удачу, в следующей серии идем добывать алмазы, и из одного блока алмазов выпадает примерно 3, если тебе повезет. Поняла, я просто опыт собирала. Короче, изумруд. А вот сейчас он как-то очень мало нам дает опыта. Слушай, тогда получается, нам нужно вот эти находить книги, и потом уже книги менять на изумруд. Тогда будет намного больше нам опыта даваться. Ну, в смысле, не нам, а библиотекарю.
Уровень прибавляется, да, будет уровень. Больше? Слушай, подожди, а если я куплю фонари? Ну да, немножко больше. Так, ну давай я тогда поторгую этими изумрудами. Зачем нам изумруды? У нас там дома примерно стака так 2, 2 и 3. Получается, беру раз. Ага. Два. Ага. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ну это даже не половинка уровня. Опа, а сейчас моя очередь. Так, давай. Ра-б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 а. Ага. Там не хватило примерно две покупки, чтобы он эволюционировал. А у тебя давай еще есть? Да, давай, да, давай, да, давай, есть. Еще давай, два раза. Давай, сейчас, сейчас. Купила? Так. Да, сейчас, подожди, раз, два. Все, ну, а три. Ну? Ну давай, 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 выходи. Опа! Чего, чего? У него там много всего добавилось. Выйди, 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 давай быстренько я посмотрю. Да, там книга какая-то. Короче, удача 2, разящий клинок, часы и все. А, да? Что у него добавилось? Ты что меня обманываешь? Мне показалось, там еще одна книга. Ну-ка, выйди. Так, ладно, мне кажется, то, что, в принципе, с ним еще можно будет потом поторговаться, но это будет чуть-чуть позже. А хотя, на самом деле, мы можем скрафтить еще один вот этот станок для работы и в следующей серии сделать еще одного библиотекаря. То есть у нас будет очень много прокачанных библиотекарей. Короче, как... А мы книгу-то покупать будем у него? У тебя есть 27 изумрудов? Да. Выбрасывай. Опа. Молодец. Можно я посмотрю? Подожди. Подожди, подожди. Сейчас я ломаю. Извините, пожалуйста, но мне это необходимо. Опа. Опа. Удача 2. А, я могу еще одну удачу 2 купить. У нас будет две книги на... Ну, давай это чуть-чуть позже сделаем. Мне кажется, да? Что сначала нужно зачарить вот это. В любом случае, мы тебе будем чарить на удачу 2. Потому что у меня шелковое касание на кирке, и они вообще никак не сочетаются. Хорошо, я не против. Приключения не ждут, как обычно, поэтому мы будем отправляться в шахту за алмазами. Чем больше удачи, тем больше алмазов. Чем больше алмазов, тем Катя менее нубососина. Ну, я тоже на самом деле. Ой, у нас на самом деле столько всего впереди. У нас и джунгли, и попугаи, и всякие вот эти иглобрюхи. Панды, До свидания. Приятно было познакомиться, я ухожу. Держи трезубец и вылетай оттуда. Не зря же мы его себе взяли. Давай, давай, вылетай. Точно. Можно же больше не это самого и вот это вот, а как? А, он у меня не в руке. Надо же в руку поставить, да, трезубец, чтобы взлететь? Да, 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 естественно, да. Тик. Можно не простраиваться теперь. Вот что я имею в виду. Ой, какая молодец. Посидел в юбке просто. Да, я такая. Трезубец на бочку гони. Да, всем пока, приятно было с вами пообщаться, очень классная серия, записали мы, да, пока. Трезубец гони на бочку, пожалуйста. Трезубец, дай, пожалуйста. Трезубец, давай быстро. Трезубец сюда, пописяка бегающая. На! Я же тебя и так догоню, ты вообще-то находишься в соседней комнате у нас дома. Ой, ну ладно, держи. Она реально не верит, что она у меня в соседней комнате и не хочет мне давать трезубец. Ну я же сейчас подойду, и тебе точно не поздоровится!